Значит, дом 140Б, это где наш продовольственный магазин. Вот он. Еще надпись осталась «Продукты» на русском языке. Сама эти алюминиевые буквы уже ушли в металлолом. Вот этот дом. А это 140А дом. Вот он. Напротив турбаза. Бывшая. Остатки турбазы. Земля. Так, это проход. Во дворы. Вот справа турбазовский дом. Виноградники везде, розы. Красиво везде все сделали, ухоженно. А это Гасконтуровский дом. Вот этот 140Б с обратной стороны.